Всем привет! Это мой завтрак. Вот такая вот бакинская пахлава и трубочка со сгущенкой. С вареной сгущенкой. Это, кстати, нам все только что привез курьер из Экомаркета. Там на самом деле много всего интересненького. Сейчас я позавтракаю и будем разбирать. На самом деле мы заказали очень много уже к Новому году. Кстати, вы уже думали про новогоднее меню, что вообще будете готовить и есть в новогоднюю ночь. Мы уже думали. Поэтому много уже заказали, то, что нам пригодится. Ну и давайте я вам буду потихоньку все показывать и рассказывать. Заказали вот такой вот сыр для жарки, халуми, с вялеными томатами, его обожает папа. На самом деле в Экомаркете у нас появились уже такие фаворитики наши, которые мы очень часто заказываем. Так, еще мы заказали сыр сулугуни домашний, сыр голландский, это, кстати, мы взяли к Новому году. Очень удобно, что вакуумная упаковка и все очень хорошо сохраняется. Ну какой же Новый год без салата селедка под шубу, поэтому вот селедочка. Кстати, пишите, какие салатики вы любите в новогоднюю ночь. Я просто обожаю селедку под шубой. Так, это огурцы соленые. Собственно, они нам нужны для салата оливье. Рыбка форель, мы ее будем запекать в духовочке. Посмотрите, какой маленький цыпленок фермерский. Это наш фаворит, без них не обходится ни один наш заказ. Всегда заказываем таких цыплят маленьких. Они очень вкусные и такие маленькие, такие прикольные. Еще один цыпленок. И еще один цыпленок, и еще один цыпленок. Да, и еще один цыпленок, все правильно. Три цыпленка. Каждый цыпленок примерно 0,5 килограмма. Так, дальше идем. Что-то как-то я взяла пакеты с мясом. Это куриное филе. Заказали много куриного филе, потому что на Новый год мы будем делать рулетики фаршированные, и там как раз понадобится куриное филе и сыр. А еще грецкий орех, но грецкий орех мы в предыдущий раз заказывали. Это что, опять филе? Да. Но вы же хотите много куриных рулетиков к Новому году. И еще куриное филе. Угу. Ловите. Так. Ой, здесь... Ой, сладости. О, пошли сладости, да? Так, это, смотрите, сгущенка вареная. Нам она очень понравилась. Мы уже заказывали ее прям как карамель. Масло домашнее сливочное. Моцарелла. Сгущенное молоко. Такая сгущенка нам нужна для крема в медовик. На Новый год мы будем делать торт медовик. И сгущенка нам там пригодится. Фасоль стручковая. О, мороженое мое, манго. Это сорбет манго, очень вкусное мороженое. Так, ну и тут хинкальки. Хинкали с сыром, сулугуни. Еще хинкали с сыром, сулугуни. Хинкали с индейкой и зеленью. Кстати, вот эти вот хинкали немножко со стринкой. И еще хинкали с сыром и сулугуни. Вы себе не представляете, какие это хинкали, эти хинкали вкусные. Я их просто обожаю. Это, смотрите, оливки с косточкой. Их обожает у нас мама, мы их тоже, кстати, на Новый год заказали, на новогодний стол. В Экомаркете, на самом деле, очень много разных сухофруктов, орехов, и это, на самом деле, круто. Можно выбрать на любой вкус. Орешки, миндаль, инжир сушеный. Сколько здесь? Тут 0,5 килограмма. И еще какой-то пакетик. А, это ананас мини. Посмотрите, какой красивенький маленький ананасик. Мы его съедим или на Новый год оставим? Мне кажется, он не доживет до Нового года. А мне кажется, доживет. Ребят, как думаете, доживет или нет? Или нет, пишите в комментариях. Мы не, ну слика, конечно, он не доживет. Подожди. Вообще на нас любит мама. Это она его заказала. Вообще, ребята, пишите, доживет он или нет. Мы пока есть его не будем, а потом почитаем ваши комментарии. И еще один пакетик вкусняшек. Смотрите, здесь смоква. И еще здесь такая наклеечка с Новым годом. Мы заказывали банановую смокву, она была нереально вкусная, поэтому этот тоже будет 100% вкусно. Бразильский орех. Раз, бразильский орех. Два. Мама у нас обожает бразильский орех. Здесь в упаковочке по 0,5 килограмма. Мед с маточным молочком. И это, кстати, для медовика. Да. Да. Так, мы в этот раз Лика будем печь. Очень много всего, что мы заказали на Новый год. Ой, семена черпать. Ой, смотрите, здесь, кстати, уже новогодняя тоже упаковка. Уже? Уже. Вообще-то через 10 дней Новый год. Да, мне не верится пока как-то.
В общем, здесь новогодняя упаковочка, и это классно. А что мы будем делать с семенами чая? Десерты? Да. А мы на Новый год будем их делать? Нет, зачем? А это что? А, это таблетки. Какие таблетки? Для посудомойки. Ты говоришь, это таблетки? Таблетки для посудомойки. Они очень хорошо отмывают посуду. Прям у кого есть посудомойки, прям рекомендую. Супер. Так, и это еще не все. Ну, а это папа себе заказал стеклоомыватель. Для машины там на самом деле очень много бытовой химии и автотовары. И даже есть для школы игрушки, там, канцелярия. На самом деле много-много всего. А еще там появились новогодние украшения. А, да, еще там куча на самом деле всего. Там, кстати, даже есть ватрушки, на которых катаются с горки. Так что ссылочку обязательно оставлю в описании под видео, а еще промокод, которым вы можете воспользоваться и получить дополнительную скидку. Ну, а мы сейчас будем все это раскладывать по местам. Я сейчас буду смывать макияж. И хочу еще сегодня сделать маску. Давно уже на самом деле маски не делала. Вначале, конечно же, я смываю макияж. Макияж я смываю вот такой вот мицеллярной цветочной водой. Хочу в ближайшее время поехать погулять в Питер, в центр именно. Потому что в ТикТоке увидела, что там все очень красиво уже украшено. Стоит гигантская, просто гигантская елка. А сейчас смываю макияж и, наверное, еще хочу полазить по интернет-магазину, посмотреть новогодние наряды, платья, костюмы. Потому что я так и не определилась, что лучше и что вообще выбрать. Костюм или платье. Следующим этапом я умываюсь вот таким вот тоником. Что-то у меня все цветочное. И мицеллярка цветочная, и тоник цветочный. И сейчас хочу сделать вот такую вот маску. Идеально освежает кожу, интенсивно смягчает, очищает и увлажняет кожу. Смотрите, какой у меня цвет. Как болото. Водоросли. Ой, слушайте, эта маска, походу, пенится. Да, это она. Это знаете, как есть черная маска, которая со временем пенится, такая белая становится. А это вот зеленая. По-моему, это она или нет. Сейчас посмотрим. О, точно, это Гринч. Макияж не надо делать. Маточку надела, оп, в Гринча превратилась. Вообще, пишите, как часто вы делаете маски. Я вот люблю делать маски, но, честно говоря, не всегда хватает времени. Ну что, ребята, смотрите, что в итоге получилось. Вот такой вот ее Гринч. Так еще и пушистая, смотрите, прям как облако. Слушайте, мне понравилась маска, прикольная. Так, снимаем ее аккуратно. Ладно, ребята, все, я умываюсь. И на этом мое видео подходит к концу, потому что сейчас я буду монтировать видео. И потом ложиться спать. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.